Всем привет! Мы продолжаем путешествовать по миру, и сегодня мы в Мексике. Сегодня суббота, поэтому проведем двухдневный семинар. Более подробно смотрите в этом видео. Welcome to MX Training, Mexico, Puebla. First day, warm body, cold mind seminar. Let's do it. Вот в этом залечке мы сейчас проведем сегодня и завтра семинар. Сегодня у нас, как всегда, день рывка. Смотри. Опа. Как вам вот такое? Тут можно делать эти фотографии с совпадающей головой. Вот это. Это знаешь, как на вечеринках. Так, слушай, ну ребята именно подошли именно кофеечек. Итак, все в принципе готово. Уже стоит бокс, стоит доска для теоретической части. Вчера, когда мы прилетели, и при получении багажа оказалось, что мой багаж остался в Майами. И его обещали вернуть к сегодняшнему дню, но обещание так и обещание. Поэтому вариант один. Либо я буду поднимать в кроссовках, либо мне придется у кого-нибудь просить штангетки. Потому что я именно в том, в чем прилетел. На семинаре будет 25 человек. В принципе, штанга на всех хватит. Дисков на всех хватит. Я надеюсь, что сегодня будут ребята держать себя в рамках. Ну вот, вроде бы все. Поехали. Как дела? Ничего. Несмотря на то, что, в принципе, пока еще не ясно, буду я в штангетках поднимать. Да будут, будут. Или в кроссовках. Да, некоторые люди-то до сих пор не знают, что можно поднимать штангетку. Есть же и такие. Чача для запивания и лучок для хорошего запаха. Мы пошли на перерыв.
очень сильно напоминает Андрюшу Арамнова. Поэтому если Андрюша сейчас... Андрюша, тебе большой привет. Тут есть в Мексике последователи твои. Вот так вот прошел сегодняшний день. Завтра нас ожидает еще большая работа. Завтра у нас толчок, а как мы знаем, что толчок состоит из двух упражнений. Взятие на грудь и подъем штанги от груди. Поэтому ребята получили домашнее задание. Это хорошо покушать и хорошо отдохнуть. Все, пока, до завтра. Так вот прошел наш второй день семинара в Пуэбле, Мексика. И завтра мы уже вылетаем, может не завтра, послезавтра вылетаем уже в Канаду. Поэтому увидимся в Канаде. И кукарача, и кукарача.